мужчина-гувернер. Так необычно. Наш Михаил умный, спокойный, сильный и красавец. Мы квартиру снимаем. Лена пока нигде не работает. Я днем с Мотей, вечером в охране работаю. Ирина Леонидовна, а у вас тут кто-то пел? Это Маша. Маша гений. Уникум. 5 октав в диапазоне. Она может петь где угодно. Она недоступна для смертных. Ну и чего ты прилипла к этому гувернеру? А чтоб тебе нервы потрепать. Он сейчас едет домой, а его жена пилит. Что-то я постоянно тебя раздражаю. С чего бы это? Вот ты верен своей жене? Да. Да? А что ты тогда тут делаешь? Мне нужен покой. Покой и воля. Мне нельзя любить. Мне тоже. Я родом из солнца! Я Дашку люблю. Она маленькая. Как я ее оставлю? Я понимаю. Только поверь мне. То, что мы с тобой, это ужасно важно. Это смертельно важно. У нас все в порядке. У нас все отлично. Мы с тобой взяли слишком высокую ноту. Теперь придется пониже, попроще. Маша, поймите, вы необыкновенный человек. И все обыкновенное не для вас. Там горе, унижение, слезы, распад. Чего ради мне ломать свою жизнь, а? Ах, вот как. Вот так, да! Ну тогда извини, я на работе. Больше так не делай, иначе я не знаю, что со мной будет. Я умру, ты понимаешь или нет? Маша, там Ленка и Даша в больнице. Миша, что теперь делать? Ну что теперь делать, Миша? Тихо. Надо принимать решение. Маша, я ничего не знаю. Угу. Как мы дальше жить будем? А давай не будем жить дальше. Давай встанем, посмотрим на солнце и растворимся.